Так, значит, на часах, значит, у нас 6 утра. Мы приехали забирать Пежо. Вот так вот он выглядит. Смотрите, как его снегом завалило. Сейчас будем чистить, значит, и увозить его. Все. На смертный путь последний. В этот, в взлом. Надеюсь, его сейчас получится завести. Я, правда, не знаю, ли его надо заводить. Ладно, сейчас будем, короче, разбираться, как подумать, как его тянуть. Всем привет, ребята. Я тут, короче, встала в 8 с мелочью утра. Никита позвонил, сказал, что сейчас приедет Янок. Он его завез на работу. В общем, они ее откопали и не смогли вытянуть. Трос не смог вытянуть, крюк поломался, лопнул. Короче, вообще беда. И сегодня после работы Никита сказал, что все, пофиг на этот, типа, металлолом, куда они хотели сдать, чтобы снять колеса. Он просто звонит там, где скупают машины, и продает ее по той же цене, что на зломе этом. И пусть они сами ее как-то отскребают от снега, еще что-то, и все, что это уже все достало. Встали в 5 утра, и в итоге до 8 ничего таки не смогли с ней сделать. Поэтому вот так. После работы Никита опять поедет с Янком туда, и только уже, наверное, будут ждать людей, которые приедут за этой машиной. А я почему в ванной? Потому что я не знаю, как лучше, так или, может быть, так. Не знаю. Ладно, пусть будет так. Янок приехал, он должен был забрать документы на страховку машины, потому что я забыла Никите положить. Точнее, я не знала, что она лежит отдельно. Я положила все документы, оказывается, она отдельно лежала. Вот, забрать ее, сходить в спортзал. Я ему там пиццу погрела, сделала чай. Он пересел на диванчик и заснул. И я не знаю, что теперь делать. Я Никите написала, говорю, мне надо стрим вести. Я как бы накрасилась, вот у меня тут даже кучеряшки. Мне нужно садиться вести стрим. Уже 10 с мелочью. И что мне делать вообще? Никита говорит, пни его, спроси, или ему никуда не надо ехать. Если нет, то просто попроси его перейти в спальню, пусть он там ляжет и спит. Потому что, да, я так сижу, я не знаю, что делать. Я уже полчаса просто сижу и жду. Чего жду, не знаю. Написала Никите, короче, сейчас пойду будить Янка, спрашивать, что у него вообще в планах. Он же приехал, он хотел пойти в спортзал. Вот. И заснул. Не знаю, поэтому ладно. Иду, чувствую себя мега как-то так, не знаю, некомфортно. Что-то такая ситуация какая-то нелепая. Хотя чего, я у себя дома, ё-моё, правильно. Но все равно как-то так немножечко, ну не знаю, ну как-то так. Так, ребята, я, значит, провела стрим. И сейчас выдвигаюсь в магазин, со мной идет Яна. Он там поспал, выспался. И идем на улицу. На улице, значит, у нас тепло. Вроде как солнышко светит, показывает, что минус 1 ощущается как минус 6, но солнце так жарит, что я уже 2 раза проветривала квартиру, потому что невыносимо жарко. В общем, еду в Carrefour, там мне нужно самое главное это взять селедку и потом в Бедронку. Так, тут приехал, там приехал. Я обок, я ем обок. В разных лифтах поедем. Не знаю зачем. Этот был ближе. И взяли, короче, страховку, которую Никита сегодня не взял. Положим сразу в машину, чтобы не забыть. Все потеет. Я надеюсь, что на улице тепло. Вот правда. Надеюсь, что тепло, потому что солнце жарит очень сильно. Я открывала окно, прям на руку так светило. Очень тепло. Ладно, так. Едем на закупку. Я, в принципе, много не планировала покупать. Я иногда предложила съездить со мной помочь в покупке. Я говорю, ну поехали, мне это проще, мне это лучше, не надо таскать. Приехали мы уже к дому, вот Янок меня выбросил сюда, вот наш дом. А сам паркуется, потому что там очень сильно завалено снегом, и я, во-первых, бы не вылезла, и покупки доставать тоже неудобно, поэтому стою, жду. Думаю, раз Янок со мной пошел в магазин, надо воспользоваться этим случаем, взять всего побольше, правильно, чтобы потом самой не ходить, не носить это, поэтому мясо, фарш, картошка, все по полной, короче, целый пакет продуктов. Вот, сейчас буду готовить пюрешку, наверное, с какими-то котлетками, и борщ, и селедку под шубой. На 2 дня должно хватить. Че, ребята, мы дома, короче, сейчас покажу по-быстрому, что мы купили. Картофанчик. Дальше у нас идет селедочка. Взяла, короче, всего лишь 5 штучек, я думаю, мне этого хватит. Сметану на борщ.
молоко к борщу и на пирожку, естественно. Бурячок. Капуста, салат айсберг. Морковка тоже пойдет на салат, в принципе, и на суп. Помидорки сюда бросим. Майонез на всякий случай как бы есть, но я все время переживаю, что а вдруг не хватит. Поэтому каждый раз беру, как бы каждый раз хватает, но он сразу же заканчивается. Поэтому на будущее. Две пачки вот такого фарша с лопатки, свиной. Как я и говорила, одну покупала, вторая, получается, бесплатно досталась. Здесь у нас идет огурец и шинка. Шинка тоже свиная. Я не знаю, как эти части тела называются по-русски. Знаю, что шинка – это шинка. Вот. Нарисована свинка, и то, что красненьким, это вот эта часть. Типа жопка, не знаю. В общем, вкусное, мягкое, нормальное, зачетное мясо. Я теперь это все разбираю и приступаю к готовке. Ставлю все на салат, чищу картошку, жарю котлетки. Надо посмотреть, сколько времени, может, Никита что-то писал. Потому что у Никиты заканчивается работа в 5, но после этого они едут с машиной разбираться. И я не знаю, во сколько они приедут. Надо все посчитать, посмотреть. Хочется, чтобы все еще было горячее, естественно. Салат можно сразу сделать, он чем дольше стоит, тем только вкуснее становится, пропитывается. А вот пюрешка, чтобы с котлетками не остыли, надо подумать. Рассчитать точное время, когда начинают готовить. Думаю, за 1.5 часа до того, как Никита придет. То есть это примерно за 1.5 часа до конца работы. Вот. А салатик сейчас ставлю, значит, нам морковочку, картошечку варится и яйца. И как сварится, тогда уже буду все резать, натирать и готовить. Мы второй раз здесь. Короче, рассказываю, что у нас было. Вот так теперь стоит Peugeot. Короче, это капец. Мы его с утра тянули перед работой. Но сначала пытались откопать. Вот он был весь вот в таком снегу. Вот он сверху весь снег, который был на Peugeot. Короче, это просто капец. Мы его сначала час, наверное, откапывали. Я весь был мокрый, весь в снегу. Потом давай его как-то думать, как тянуть. Трос у нас есть, оказывается, что тут нету крючка, вот такого типа. Он был, но он на Варштате остался, нам потом его только принесли. Мы думаем, что делать, давай этот крючок где-то искать. Поехали в ближайший автосервис, купили крючок за 40 злотых. Вкрутили, давай тянуть. Вон, Янка машиной. Давай тянуть. Тянем, блядь, не едет нихера. Вообще никак. И мы что делать, капец просто. Давай как-то его там сзади подпихивать, что-то делать, типа там какая-то бабушка еще пришла нам, тут, видимо, на Варштате охранником работает или кем, я не знаю. Пришла, давай я вам помогу, говорит, я там сзади подталкиваю, Янок тянет нас на машине, мы с этой бабкой вдвоем толкаем, эта бабка в снег упала, это, короче, вообще, я там ее поднял, говорю, что-то пани тут, типа, еще из-за нас это, в снегу вся, она посмеялась, говорит, да ничего страшного там это, вот, короче, и что вы думаете? Просто ужас. И что вы думаете? И тянем, значит, мы. И бам, что-то вырвалось. Я выхожу. А вот этот вот крюк, который мы сюда вот вкручивали, в эту дырочку, он просто сломался от того, что мы его так сильно вытягивали, от того, что он так сильно тут, я не знаю, стоял в этом снегу или что. Он просто сломался. И капец. И машина стояла, это сейчас вот она отпихана, а она стояла вот так вот полностью, на проезжей части, поперек. И мы такие, блин, капец, и как, что делать? А мне еще на работу там уже где-то час оставался до работы. И теперь я на что? И ни сюда, и ни назад. И, короче, давай ее как-то назад пихать. Вдвоем с Янком у нас не получается. Мужик прибегает какой-то, говорит, мне выезжать надо, вы что тут, типа, херней занимаетесь, что тут это? Так получилось, блин, забирать хотели. Он такой, сюда-туда, нам помог толкать эту машину. Вот так вот максимум, что мы втроем смогли ее дотолкать. Дальше вообще не идет, там горы снега, там неизвестно, что вообще происходит. Я уже думаю, капец, если сейчас лавету вызывать просто, чтобы ее лаветой тянули на этот злом, это, во-первых, денег стоит трохи, во-вторых,
Лавета тоже не сразу приезжает, а мне на работу. Короче, капец, не знали, что делать. В итоге нашел я номер, типа, вот этих вот, которые тачки скупают. Позвонил ему, договорились, что в 17 часов... Ой, что в 17, что он вечером ее просто заберет. Я уже думаю, все, похер, пускай ее забирает кто-нибудь, потому что у меня уже задралось с этим всем колебаться. Я встал сегодня в 5 утра, когда мне на работу на 9, еле как успел на работу. И все это из-за этой машины, и в итоге почти нихера не сделали мы сегодня. Короче, это просто какой-то ужас. Это уже невозможно терпеть с этим Peugeot. Короче, я решил, что я его сегодня отдам просто нахрен, и все, потом верну обеспечение, страховку, и как бы все. Один чувак предлагал за нее там что-то в районе, говорит, ай, там цена взломова, там так и так, мотор, типа, говорит, 500 злотых дам. Ну, я так, типа, такой, ну, блин, 500, ну, уже пофиг, мне уже было реально насрать, хай уже просто бесплатно ее кто-нибудь заберет, я просто верну ОЦ и все. Но в итоге потом я что-то подумал, что это 500 мало, начал искать других, в итоге приедет сегодня мужик и за 700 ее вроде как заберет. О, и такие, короче, пироги с этим Peugeot. Капец, просто капец. На работе сегодня, сейчас еще расскажу, что было, раз уж я уже тут вам вещаю. На работе тоже сегодня приколы. Короче, ну, прислали нам, ну, данные, типа, так и так, работа с курьером человек хотел. Я звоню, понимают? А там какое-то имя, фамилия, ну, не польская, не русская. То есть, там какой-то там очередной Алиагим, Алиаги, Аля-ля, вот это вот. И я звоню, понимаете, какая-то бабка полячка, я полька. Я типа, день добрый, говорю, пани там заставила, так это так. Она говорит, не-не, говорит, я не оставляла, это типа, говорит, тут мой знакомый, мой номер вписал, типа, я говорю, ага. А не мой знакомый, она говорит, тут человек, который хотел работать, говорит, вписал мой номер. Я говорю, ага, а типа, вы его вообще знаете, где он? Типа, она говорит, да-да, я его знаю. Я говорю, ага, а вы, может, знаете, он там хочет работать, не хочет, ему на e-mail ему может написать или как? Она говорит, да-да, он очень хочет работать. Я говорю, а может он как-то рядом, трубку мне дадите? А она говорит, не, ну я как, я не могу ему трубку дать. Она говорит, а он польского не знает. Я говорю, ну без проблем, типа, ну как-то тут много таких, по-английски пообщаемся. А она мне, а он английского тоже не знает. Я так сразу на паузу подстал. Я говорю, ага, хорошо. Ну, как бы имя, фамилия, то есть это не был какой-то там русский или там украинец, белорус. То есть нет, это был какой-то там, ну понятно. И я такой сразу, ага, и как он у нас хочет работать? Она, а ну он там начал польский учить, но он просто очень хочет. Я там что-то с Кевином переглянулся, так это, он говорит, ну Кевин такой, ну не, ну как это? И, ну, в итоге пришлось отказать. Но просто сам факт того, что человек хотел в Польше работать, не знаю, ни польского, ни английского, господи, человек, ну как ты, я не знаю. Ну ладно, попал, понятно, разные ситуации бывают, но, блин, как ты тут хотел работать? Ну я не знаю, это какая должна быть работа, чтобы вообще никакого языка не понимать. Вот, короче, не взяли. Ну там еще тоже всяких мелких приколов, как обычно было, когда, ну потому что работа с людьми есть работа с людьми. Люди — это сплошной прикол ходячий. Один чувак у нас взял в пятницу машину на прокат, ну типа мы ему дали, не на прокат, ну да, на прокат мы ему дали машину. Он в субботу уже ее разбил, блин, капец. Там сейчас столько волокиты с этим всем. Он тебе что-то там за рулем заснул. Короче, там столько приколов всяких. Вот, это все, что произошло на работе. Ой, короче, капец, этим Peugeot. Я надеюсь, что сейчас все-таки приедет этот мужик, с которым я договорился, заберет ее нахрен лаветой. И уже пускай там что хочет с ней. На детали разбирает, на злом отдает, на банки консервные разбирает. Мне уже все равно, пускай просто у меня ее заберут. И чтобы я просто об этом не думал каждый день, как от нее избавиться, как с нее вернуть там страховку и так далее. Просто чтобы уже у меня этого не было в голове. Вот. Так что думаю, надеюсь, что сегодня в конце концов с этим будет покончено. Ну все, забирают молодого, грузят. Хоть бы сейчас не это, капот не... Ой-ой-ой. Сейчас еще капот полетит, вот это будет контент. Напоминаю, почему мы его схватили не за крюк, потому что крюк сломался. Ой-ой-ой, опасно. Сейчас,
блядь, вырвется капот, что-то я прям вижу. Бляха, холодно, не могу. Что, готово? Вернулся Никита домой, блудный сын вернулся домой. Я уже тут засыпаю, уже спать хочу. Садимся кушать пирожку с котлетками. А у меня еще кое-что есть. Еще. Я салатик сделала. О, классно. Да? Держи. Держи, я его достану. Салатик. Держу, держу. Да, селедка под шубой, нифига. Вот это сюрприз, конечно. Вот это день сегодня, день стал сильно лучше после этого. Да? Прям сильно лучше. А ты что, не знал, что я буду делать селедку под шубой? Нет, откуда я мог знать? Ну, не знаю, тут селедка лежала. Я не видел ничего. Была там на столе. Я не смотрел, там что там. Вареные овощи, я не смотрел вообще, что лежало. Ну, вот и хорошо, так что все, будем кушать. Приятного аппетита. Она как раз уже немножечко полежала, пропиталась. Сейчас будет... Ой, вкусно будет. Ой, мы только что покушали, наелись, и, блин, надо ложиться спать. Конечно, не очень хорошо, что мы прям перед сном поели, но уже 11 вечера, меня так рубит спать, вот, казалось бы, да, буквально сколько там, полмесяца назад мы могли лечь там в 2 часа ночи, в час ночи, а еще раньше там 2-3 месяца назад мы могли вообще в 3 часа ночи лечь спать и себя прекрасно чувствовали, а сейчас 10, и меня уже все рубит, потому что как-то привыкли, и это круто. Поэтому ложимся спать, я включила посудомойку на ночь. Сейчас пойду смывать косметику, хорошо, что только что вспомнила, а то бы так легла и все. Завтра Никите на работу, вот. Собрала ему с вечера обед, все подготовила, вилочку, водичку, мандаринки, все лежит на столе, чтобы он не забыл, чтобы я утром даже не вставала. Я такая сонная, не знаю, сейчас буду, наверное, спать просто без задних ног, особо сегодня ничем не занималась, таким супер энергопотребляемым, так сказать. Но, блин, что-то я так устала, то ли это готовка, то ли что, хотя... Чего вставать, непонятно. Так что все, увидимся с вами завтра. Влог я буду монтировать тоже завтра уже, когда проснусь, потому что сейчас я это не вывезу вообще никак. Спать хочется безумно. Плюс много материала, там Никита что-то наснимал еще. Вот, поэтому завтра как проснусь, так сразу смонтирую, вот и выпущу влог. Так что все, увидимся с вами завтра. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.